В октябре в Днепропетровской области проводится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывоопасных веществ. Всем желающим разоружиться следует обращаться в отдел разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП области, в территориальное подразделение полиции или дежурную часть Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области. Полиции напоминают, незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Последний подобный месячник проводился в июле. Тогда в подразделение полиции региона сдали 234 единицы оружия.